Да, уважаемый суд, я поддерживаю жалобу. Я действительно Мельниченко Роман Григорьевич, я с 1997 года преподаватель. И вот знаете, в одном из занятий с магистратурой, с магистрами мы изучали, есть такой фильм интересный, «Нюрнберг», и там суд над судьей. И мы там изучали такой фрагмент, где судье показывают те группы, которые были после Второй мировой. Судья говорит, ну я этого не хотел, мы этого вообще не ожидали. И прокурор ему отвечает, вы должны были это ожидать с того момента, когда вынесли неправосудный приговор. В данном случае это дело ясное, по крайней мере, мне как юристу. Я был уволен за прогул, когда в этот день я был на лице. Я был уволен за моральный поступок, за видео, которое так и неизвестно какое, потому что это тайна оказалась. И для меня это очевидно. Судья Макарова сделала свой выбор, советского суда. Судья Коробейцын областного суда, который рассматривал мое дело в административное в это же время, тоже сделал свой выбор и оправдал его. И вам тоже сегодня предстоит сделать свой выбор, уважаемые судьи.